Здравствуйте. С информацией Гидрометцентра России и прогностического центра «Метео» вас познакомлю я, Наталья Зотова. На европейской территории один антициклон сменяется другим. На севере пересменка уже завершена. Там осадков не будет, но пока прохладно. В Архангельске всего плюс 8, но уже в четверг потеплеет. А на северо-западе солнце работает на полную катушку. В Пскове на небе не облачко и уже 24. А вот среднюю полосу пересекает холодный атмосферный фронт. Он добрался до Черноземья. Там прогремят грозы. В Курске и Воронеже 24-25. В центральном районе уже без осадков, но станет чуть свежее. В Твери 21. В Поволжье потепление тоже на паузе. Холодный воздух с севера накроет Нижегородскую область и Татарстан. Под утро в этих районах заморозки, днем в Казани плюс 17, а в четверг температура упадет еще градусов на 7. А на юге период затяжного ненастья наконец заканчивается. Пора готовиться к лету. В низовьях Дона пасмурно, но в Ростове-на-Дону уже 28. На Черноморском побережье свежий ветер с моря пока сдерживает жару. В Севастополе 23, в Сочи 22. В горах дожди, местами грозы. В Санкт-Петербурге без осадков и около 20. В Москве 23 градуса, тоже без осадков. Но сейчас очень высокое атмосферное давление, и оно продолжает расти. Зато солнце будет все больше, и в выходные будет уже по-летнему тепло. О погоде все.